На базе Брестского областного центра Олимпийского резерва в Бресте прошел чемпионат по гребле. Участниками соревнований стали юноши и девушки двух возрастных групп 1998, 1999 и 2000, 2001 годов рождения. Соревнование стало насыщенным, соперничество напряженным. Везде собрались одни из сильнейших представителей данного вида спорта в своей возрастной категории. Поддержать олимпийские традиции и попробовать свои силы в республиканском соревновании – главная цель участников, приехавших в Брест из разных уголков Беларуси и Украины. Несмотря на свои юные годы, спортсмены уже могут гордиться золотыми и серебряными медалями, полученными на состязаниях различного уровня. Сегодня проходит у нас открытие республиканских соревнований, посвященные Сергею Лаврентьевичу Макаренко. Приехало у нас 130 участников, то есть 8 команд. Приехали наши соседи с Украины, две команды – Шацк и Ковель. Вот. Сегодня состоится у нас 19 заездов. Погода, конечно, нас не радует, но мы думаем, справимся. Сегодня состоятся у нас предварительные полуфинальные заезды, а завтра финалы. В 9 часов начинаются финалы. С 1200 метров мы закончим предварительными тоже полуфиналами. Олимпийский комитет Республики Беларусь Брестской области к гребле относится с большим вниманием. Наши спортсмены имеют всю базу для подготовки к соревнованиям, а также элитный тренерский состав, профессионалов, обладающих высоким уровнем мастерства в этой области. Встречать гостей Брест тоже всегда рад. Приехавшие в этом году участники соревнования смогут попробовать свои силы в своем виде спорта и посоперничать с белорусскими гребцами, а также получить удовольствие тренировок в современном здании Центра Олимпийского резерва. Гребля – это национальный вид спорта для Беларуси. Мы всегда традиционно именно с этого вида спорта и от этого вида спорта ждем олимпийских наград и привозим их всегда много. А если говорить о Брестской области, то из 21 олимпийской медали, завоеванной брестчанами, 6, это практически третья часть, принадлежит гребле. Поэтому гребля – это наша королева вместе с легкой атлетикой. И таким образом, думаю, что правильно развивать этот вид спорта во всех возрастах, побольше детям соревновательной практики. А мы, Олимпийский комитет страны, отвечаем за пропаганду олимпийских идеалов. И чтобы именно эти спортсмены обязательно не просто так занимались греблей, а достойно представляли нашу страну на мировом олимпийском форуме. Ежегодный турнир по гребле на байдарках и каноэ станет по-настоящему волнительным для болельщиков. Ведь в эти дни на Брестском гребном канале собрались одни из сильнейших представителей данного вида спорта в своей возрастной категории. Цель каждого из них – завоевать медаль первого олимпийского чемпиона Беларуси по гребле Сергея Макаренко. Это особенная награда, которая будет вручена самым лучшим гребцам, показавшим высокий результат в заплывах. Участие заслуженного спортсмена в соревнованиях по гребле происходит не впервые. И от этого интерес молодых гребцов к турниру только растет. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук ТВ.